четверг, 9 февраля, в Рязани прошла зимняя коллегия Главного архивного управления региона. Как рассказал начальник ведомства Александр Перехватова, коллегия является традиционным форматом работы для архивного управления. В этом году к разговору об истории родного края, кроме работников архивных служб муниципальных образований, были приглашены представители регионального отделения Российского общества историков-архивистов, образованного в минувшем году. Вообще в архивном деле, если уж говорить так по большому счету, все построено на традициях. Люди собирали, хранили, использовали документы. И мы продолжаем эти традиции, проводим всякие конференции. Но в прошлом году у нас было создано отделение рязанское Российского общества историков-архивистов. И вот традиционно зимнюю свою коллегию, коллегию Главного архивного управления, расширенную, мы посвящаем встрече с нашими членами Российского общества историков-архивистов. У нас большое количество со всех буквально районов Рязанской области, но даже не в этом дело, дело не в количестве. Приехали люди, так называемые родиноведы, приехали те, которые занимаются непосредственно нашей с вами такой очень хрупкой и очень нежной историей. Сегодня у нас будет 3 секции. Эти секции будут непосредственно, но они у нас так, мы их так коротко назвали, мы назвали «Здание, события, люди». Мы немножко поделили, мы не настаиваем, с чем будут выступать наши уважаемые гости, но тем не менее у нас будет вот такое примерное направление. У нас будет 3 группы. Значит, эти группы будут вести руководители нашего государственного архива, профессионалы. У нас это все проходит с презентациями, проходит очень интересно. Потом, если, слава богу, у нас все получится, мы сделаем сборник.